Нью-Йоркском музее современного искусства в 1961 году была выставлена картина Анри Матисса «Лодка». Только через 47 дней кто-то обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами. На полотне изображены 10 фиолетовых линий и 2 голубых паруса на белом фоне. Два паруса художник нарисовал не просто так. Второй парус – это отражение первого на глади воды. Для того, чтобы не ошибиться в том, как должна висеть картина, нужно обратить внимание на детали. Большой парус должен быть верхом картины, а пик паруса картины должен быть направлен в правый верхний угол. Фависты, ярким представителем которых был Матисс, ценили цвет. Содержание они полностью отрицали. Талант художника выражался в меньшем количестве мазков. Работа гениальна своей простотой. Это творение способно разбудить фантазию и воображение. Зрителю приходится думать о том, что хотел сказать автор этой картины. Она похожа на детский рисунок, но это лишь на первый взгляд. На самом деле она гениальна. Скорее всего, Матисс стремился удивить не только своих современников, но и тех, кто будет смотреть на его картину в будущем. Поражает она и сегодня.